Редакция городского портала подвела итоги и выявила самых активных пользователей за прошедший месяц. Награждение победителей состоится уже на этой неделе. Кто же стал лучшим автором, комментатором и блогером по итогам прошлой недели и всего месяца? Самой просматриваемой народной новостью прошлой недели оказалась новость рассказыва «Тамбов» – 832 просмотра. Вторую позицию занимает новость «Место для двоих», которая заинтересовала 804 пользователя интернета. Больше всего комментариев набрала народная новость «Свинство – наша отличительная черта». Продолжение. 15 комментариев. На втором месте по самой обсуждаемой новости рассказывал Тамбов. 12 комментариев. И такое же количество сообщений оставлено под материалом «Обвал». На звание лучшего блогера претендует Павел Рубченко. Его просмотрели 368 пользователей. Блогер оставил 8 сообщений. Второе место у автора с ником Константин. 51 просмотр и 3 сообщения. Лучшим комментатором по итогам прошлой недели стал пользователь под ником Sprin. Он оставил на городском портале 96 сообщений. У Джулианы их 95. Третье место у пользователя Колючка. А теперь победители месяца. Лучшей народной новостью стал материал под названием «Нелюди в белых халатах». Эта новость набрала самое большое количество просмотров – 898. Ее прокомментировали 15 пользователей портала. Новость «Пончик на колесах» набрал 22 комментария, но по числу просмотров он уступает своему конкуренту. Лучшим блогером стал Павел Рубченко. На протяжении всего месяца он оставался бесспорным лидером по числу просмотров и сообщений. И самым активным комментатором стал пользователь под ником Sprin. Мы поздравляем самых активных пользователей городского портала и напоминаем, для того, чтобы получить призы, необходимо связаться с редакцией по телефону 21 100.